Что он подразумевает под работой, что каждый должен работать по способностям? В чем работа? Работаю ради общества. То, что общество представляет как необходимую работу для существования всего этого режима. На прошлом уроке мы сказали, что работа — это только духовная работа в объединении между нами, или это работа, в общем, то, что каждый должен работать на каком-то заводе, как он пишет, 12 часов, и это тоже ради общества. Да. Любые виды работы, то, что определено обществом. А что такое потребности? Получать по потребностям? Кто определяет потребности? Человек определяет. По тем этическим установкам? Или группа определяет? Нет, по-видимому, есть предыдущие уровни, где есть ограничения, сколько каждый получает, но в конечном итоге это все по внутреннему отношению человека к обществу. То есть есть такое, скажем, такие отношения, которые я определяю, что мои потребности определенные, никто не может прийти с претензиями. Никто не приходит с претензиями, никто не видит этого. Это ты сам для себя судья. Мне нужно 17 порций, 5 квартир, значит, окей. Все рады, по-видимому, это его потребности. Я не знаю, что это в такой степени без ограничения, но мне кажется, что это так, да.